Всем здравствуйте! Стало известно, что на самом деле происходит с актрисой сейчас. Ситуация оказалась намного серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Журналистам удалось выяснить, что сейчас происходит с 78-летней российской актрисой театра и кино Инной Чуриковой, которая на днях попала в реанимацию. Напомним, что звезда советского кинематографа самостоятельно обратилась в Боткинскую после того, как она упала и сильно ушиблась. Первоначально у Инны Михайловны диагностировали перелом ребер, грудины и подвздошной кости, однако сейчас выясняется, что ситуация гораздо серьезнее. Как сообщают, врачи обнаружили у знаменитости так называемые дисциркуляторные нарушения, новообразование головного мозга, медики полагают, что множественные кисты могли появиться именно в результате падений и других травм, которые буквально преследовали Чурикову все последние годы. По информации, до госпитализации Инна Михайловна лежала с переломами в другой клинике. Специалистам вроде бы удалось стабилизировать ее состояние, но после выписки оно вновь ухудшилось. 6 июля она поступила в хирургическое отделение с ушибом грудной клетки, закрытыми переломами ребер со смещением и переломом гребня подвздошной кости после внезапного падения. Артистку выписали через 9 дней. Чуть позже Инна Михайловна с теми же недугами сама пришла в Боткинскую больницу, отмечают авторы. Добавим, что знаменитость попадала в больницу с переломами и 3 года назад. После падения со сцены во время спектакля, тогда Чурикова объяснила, что оступилась из-за возрастных проблем со зрением, с тех пор ее близорукость только прогрессировала. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока.